Российский мазохизм, наше не может быть лучше ихнего. Это и результат 20 века, и результат нашей специфической вот этой, к сожалению, мазохистской психики, что тоже надо перебарывать. Потому что когда человека, сказать, помещаешь, и оказывается, что это то, что на него произвело такое нервно-паралитическое, потрясающее впечатление наше, он удивляется еще больше. Вот, поэтому это трудная задача.